деревню, в соседнее село. Едем-едем в соседнее село, на дискотеку, да? Нет, по делам едем. Это вот вдоль дороги такие посадки. Пограничный пункт стоит у нас здесь с Казахстаном. О, сейчас красиво так. Уже приближаемся к деревне. Новосибирская область, Кубинский район, налево Орловка, прямо куда мы едем, называется деревня Стеклянная, село Стеклянное. Вот это где камыши? Это озеро. Воды не видно, все в камышах. Она там не пересохла, нет? Нет, оно большое, оно не должно пересохнуть. Вон там видно промежутки, проплески. Я так, все прыгает в машине. Дорога здесь щебенка. Не очень. Вон оно озеро. Вот он, населенный пункт Стеклянное. Озеро прямо возле деревни. Когда-то здесь мы жили. У нас здесь родился младший сын Иван. Вот Стеклянное. Направо Покровка. Здесь деревня асфальтированная. Вот так. Все. Заехали на асфальт. И поехали мы к своим родственникам. Деревня хорошая. Чистая. Ухоженные. Дворики здесь ухоженные у всех. Мальчуган какой-то бегает, маленький, прямо возле дороги. О, ребятишки. Мы прямо там наш дом был, прямо по улице. А здесь мы свернули. Вот, посмотрите наши эти деревни. Кто далеко живет? Как здесь мы живем в глубинке. Видите, какая хорошая улица. Все чистенько, все ухожено. Дома все хорошие. Много обитых домов профлистом. Ну хорошо. Заборы хорошие. А вот это, Вова, что у них слева? Я забыла. Школа, наверное, нет? Да. Или детский сад? У них даже тут вышка стоит. О, да. Наверное, МТС вышка. Магазин называется «Восток». А это что? Дом культуры, пожалуйста. Вот он, дом культуры. Детская площадка для спортсменов. Все хорошо. Ну вот мы и приехали. Так, я заблудился.
Так, мы заблудились. Вот они, вот наши родственники. Ну да. Все. Вот родственники живут, большой дом. Сейчас задом сдадим. Вот дом какой хороший, видите? Обитый. С одной стороны обитый, с другой покрашенный. Пойдет. Все, мы приехали. Вот видите, какая банька. Это у моих родственников. Смотрите, какая красота. Вот детская еще рядом качелька. Вон песочница. Это внуки играют. Ой, акация какая красивая. Акация, он цветет желтеньким. Замечательно. Там вон яблоня цветет. Так, детская площадка. Ребятишки здесь играют. Детский сад здесь. Это село Стеклянное, вот куда мы приехали. Видите как? Все для детей тут сделано. Так, напротив пожарная часть у них. Вот так вот. Деревня большая. Вон лошадка даже пасется, вижу. Далеко. Лошадка. Ветер. Так, а вот сам, наверное, детский сад. Мы пришли за ребятишками. Все огорожено, вон все как красиво. Посмотрите. Коляска. Курить запрещено. На окнах. Окна разукрашены. Это ко Дню Победы. Наверное, старшие группы. Мы помним День Победы. Мы гордимся. Видите, как голуби на окнах. Это детский сад. Сказка называется. Детский сад, сказка. Вот смотрите, как красиво. Зелень. Кругом. Там еще какие-то строения. Забор, видите, какой железный, резной. Вот баннер висит. Стеклянский детский сад, сказка. Здесь уже сирень набрала цвет, распускается. Территория. Сейчас посмотрим, что здесь. Там он для ребятишек грибочки. Видите? Качельки, карусельки. Ребятишки гуляют здесь. Вот сирень какой, кустик набирает цвет. Ну-ка, пахнет? Пахнет уже. Вот так. Березка какая красивая. Вон. Вон сирень.
три куста. Лохматые, пышные. Там, наверное, жилые дома. А здесь младшая группа. Это их территория маленьких. Вот, видите, как хорошо. Качельки, вон горочка. Очень красиво. Такой детский сад шикарный. У нас нет, у нас не такой в деревне. Прям вообще замечательно. Вон, какие фигурки. Лебеди, это с покрышек сделаны. Вырезали лебедей, покрасили. Видите, как красиво. Петунью, наверное, будут рассаживать. Деревья все подстриженные. Красивые. Все ухоженное. Ну-ка, понюхать хоть. Ой, какая прелесть. Так пахнет. Вообще замечательно. Это молоденькие какие-то деревья. Наверное, не принялись. Березка. Там вот дальше, наверное, акация подстриженная. Замечательно. Березка, видите, какая? Вон какая березка. И здесь вон какие березки. Лучше, чем в городе. Красота. Очень хороший детский сад. Вон грибочки. Придумали как. Ну, в итоге мы уже дома. И зачем мы ездили туда, в деревню? За мясом. Мы заказывали мясо. Нам зарезали поросенка. Резали, но мы взяли, как сказать, одну часть без хребта. А другую часть с хребтом забрали другие люди. Вот, получилось вот сало. Это уже косточки. Я мякоть обрезала. Это вот брюшина. Ну, это мы нарезали вот мякоть, чашку. Мясо по 200 рублей килограмм. Свинина. Резать было плохо. Оно свежее, не отлежавшееся. Ну, ничего. Порезали. Сейчас я вот эти все косточки засуну в морозильную камеру, чтобы они подстыли, чтобы потом их порубить. Хорошо. Вот так мы съездили в соседнее село за мясом. Теперь мы с мясом надолго. Ну вот, все, пока. Всем желаю крепкого здоровья, всем удачи, всем всего самого-самого доброго. Пока!